Хорошая команда. Готова хорошо, хорошо физически. И плюс при своих болельщиках команда играет. Вот каждый раз вопрос задают. Я еще раз отвечу, что мы от игры к игре идем. Наша задача в каждой игре – победа. А уже после 21 мая будем смотреть турнир таблицы. Но сколько я помню, сколько в «Локомотиве» мы всегда немного забивали. Вот. И мало пропускали. Но это стиль команд. А так работаем. Работали и будем работать над этим. Спасибо. До новых встреч.